Это наука, это кадры, это новые технологии, это то, что нужно нашей стране. И мы надеемся, что это будет новый толчок развития строительной отрасли на Белгородчине. Ежегодно в учебно-ресурсном центре на базе БГТУ будет обучаться более 1000 человек. Он сочетает на одной площадке обучение теории и практики работы с современными энергоэффективными материалами в строительстве. Будем обучать здесь монтажу скатных кровель. Здесь будет монтироваться гибкая черепица и композитная металлочерепица. Будут делаться фасады, фасады штукатурные, как один из популярных видов. Более того, здесь вот мы сейчас находимся в конструкции «Дом Технониколь». Это каркасный, теплый, энергоэффективный, комфортный дом, где можно увидеть все виды конструкции, начиная от фундамента до крыши. Энергоэффективные технологии – один из ключевых моментов стратегии развития строительной отрасли страны. Дом, если образно, должен представлять из себя большой термос, где стены, пол и кровля надежно хранят тепло. Второе, что очень важно, это система вентиляции, отопления. То есть она должна быть эффективной, энергоэффективной. То есть это минимальное потребление энергии на обогрев помещения, который сам по себе теплый, еще и рационально тратится энергия. Хотя учебно-ресурсный центр будет работать на базе университета, в нем будут обучать не только студентов. Проект касается вопросов подготовки специалистов и университета, и строителей региона, специалистов из сферы ЖКХ, не просто по использованию новых отечественных материалов, но и созданию и внедрению в регион новых инновационных технологий в строительстве. Часть преподавателей университета уже прошли стажировку в учебных центрах Технониколь и готовы поделиться своими знаниями. В скором будущем с самой широкой аудиторией. Предполагается, что в скором времени любой желающий сможет прийти сюда и обучиться строительству. Ну, вроде бы ровно. А даже если не ровно, то лучше ошибиться здесь, чем при строительстве собственного дома. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.